Завтра, 28 декабря, погода в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать холодный воздух. Лишь ночью в северных районах скажется влияние более влажной, неустойчивой воздушной массы, куда будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков. Итак, во вторник облачно, с прояснениями, без осадков, лишь ночью по северу небольшой снег. Ночью утром местами туман, ухудшающий видимость до полукилометра, влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать. Утром температура воздуха от минус 9 в северо-восточных районах до 12 мороза в центральных. Но с учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от минус 5 градусов по юго-западу до 8 мороза по восточной половине страны. К вечеру температура от 6 мороза по Брестской области до 12 по Витебской. В среду ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу страны погоду будут определять малоактивные фронтальные разделы. Там пройдет небольшой кратковременный снег, на остальной территории без осадков. Облачно с прояснениями, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью минус 8-13, при прояснениях до 17 мороза. Днем от минус 2 по юго-западу до 9 мороза по востоку. С четверга морозы начнут отступать, в Беларусь устремится теплый океанический воздух. И у меня на этом все. Еще больше о погоде не только в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.